У GetX появилась новая краш-игра. 1000 рублей каждый час. 100 рублей за репост. 50% к депозиту. Забирай на GetX. Блядь! Стой! Санечка! Долбоёбка! Сейчас я ему настроение испорчу. Тормоз, дорога! Блять! Ты дура, блять! Стойте, стойте! Заглохли! Стой, подожди, я тебе объясню, есть один момент. Я хочу влево вырвать, а ты вправо, и мы с тобой просто. Так там машина, ты на меня, а я туда! Да, да. Спокойно, мужики, я не первый. Подожди, мы заглохли. Музыку тайну выключаем. Говорю, не первый день за это. Дай я сяду. Куда ты? Дай сяду за рулем. Да сиди нахуй. Куда я автомобиль? Опа, смотри, приехал. Тихо. О, охрана. Тихо, Сан. Где? Охрана. Какая-то охрана. Глуши машину. Подожди. Так я тоже охранник. Глуши, подожди. Мы не ездим, но мы стоять. Давайте я поговорю о чем. Я начну со слов, а что, молодыми не было? Давай. Если что. А ты выключи и фонарик. Нет, дай выключи. Подержи просто. Опа-на. Поняли. А вы что, молодыми не были, мужики? Мужики, я понимаю вас. Ну, здесь участок территории, во-первых. Да. Камеры все везде. Понимаю. А я так аккуратно дал, а ее как понесло. Я просто недавно за рулем. Я пытался остановиться все это время. Ну, вот. Просто-просто я не буду не вызывать никого, ничего. Здесь камеры, здесь определенные люди. Да мы поняли, мы уже давно здесь бываем, понимаю. Так что мы поняли, вопрос это, решим. Чуть подосядем в целом. Но они меня дрочат, вы понимаете? Понимаю. Конечно, понимаем, мы часто здесь бываем, знаем вас. Если бы было, они по рации меня вышли, говорят, что я отсюда дальше уехал. Все, тут 5 минут даже не прошло. Понял. Все, у нас мы в пит-стоп тогда. Тогда мы на парковку. Нахуй это надо. А ты заведи ее. Ну я так при мужике, что типа, ну, дураком. Ну типа, опыт. 5 лет вождения стажа у него. Раза много.